Всем привет, на связи Фредмайнер. В сегодняшнем видео поговорим о новом проекте под названием HeliDrops, где мы можем бесплатно зарабатывать криптовалюту. Суть проекта проста, каждый час нам дают по 5 монеток, за эти монетки открываем боксы. Одна монета у нас стоит 1 бокс. Выиграть можно баксы, прокачку вашего скилла, то есть можно прокачивать уровни. Также можно выигрывать билеты для участия в розыгрыше. Они разыгрывают там $1000. Ну и сами монеты, которые можно как раз таки обменивать на боксы. Инструкция. Регистрируемся на сайте. Переходим по ссылке в описании. Далее подтверждаем почту. И открываем боксы. Итак, переходим на сайт. Сайт выглядит следующим образом. Нажимаем на Create Free Account. Далее придумываем юзернейм, прописываем почту, придумываем пароль. Далее проходим капчу и жмем на Create Account. После этого, после создания аккаунта, вам должны начислить 50 монеток. Таким вот образом у вас будет выглядеть консоль на сайте после регистрации. Здесь у нас вкладочки. Нажимаем на вкладочку Play Game. И вот у нас эти самые боксы. Сейчас будем открывать боксы и смотреть, что нам будет выпадать. Так вот, выпал билетик. Вот выпало USDT. Вот 23 цента. Вот выпало, как бы, выпали монетки. 10 монеток. Сейчас уже стало 21. Вот выпали опять доллары, 11 центов. Снова монетки. 7 штук в этот раз. Вот снова выпали доллары, 21 цент. В этот раз. Также вы можете прокачать свои уровни здесь. Вот как раз таки вместо пустых боксов мне сейчас выпадают вот билеты на розыгрыш. Такой апгрейд можете сделать у себя тоже. Там несколько монеток стоит это дело. Долларов имеется в виду. И вот поэтому снова сейчас выпала монетка. Монетки. Билеты. В общем, суть вот игры в таком, как бы, плане, то что открываем боксы и смотрим, что у нас выпадает. Вот снова монетки выпали, и за эти монетки открываем боксы. Снова тикет, билеток. Вот снова в USDT выпало, на сей раз 24 цента, неплохо. Снова билет. Снова деньги выпали, 12 центов. Ну вот, друзья, вот таким вот образом можем зарабатывать 5 центов. После того, как у нас монеты закончились, у нас каждый час можем бесплатно, вот в вашем случае будет 5 монеток, я сделал апгрейд, прокачал свой скилл, и у меня сейчас каждый час дают 30 монеток. Жмем на плюс 30, у нас будет плюс 5. Далее у нас здесь будет прохождение капчи. Проходим капчу. И 30 монеток нам зачисляют на аккаунт. Все, зачислили. Далее жмем на Play Game снова. И начинаем снова открывать
боксы. Вот уже у нас снова 30 монеток. Открываем снова боксы. И вот таким образом играем и зарабатываем. В общем, вот такая игрушка. Вот, через час снова можно забирать 30 монеток и открывать боксы. Далее здесь есть вкладочки вот Event Friends, то есть пригласить друга. Кликаем по этой вкладочке, видим, что у нас с вами есть своя реферальная ссылка. Копируем, приглашаем друзей, и за каждого приглашенного друга вам будут давать по одной монетке также. В моем случае я также вот прокачал свой скилл, мне дают уже по две монетки. Вот кликаем плюс 2 и забираем две монетки. Вот забрали. Далее у нас есть вкладочки. Вкладочки Upgrade Helicopter. Вот как раз таки во вкладке Upgrade можем повышать свои скиллы. Вот я здесь повысил Landing Pod. Вот как раз таки на 200% бонус мне дается в течение суток. Вот еще 15 часов есть. Далее активировал также вот на 200% коины, которые вот как раз таки дают, сначала давали по 5, сейчас мне дают по 30 уже. Как раз таки до конца действия осталось 15 часов. И вот пропилот, то есть за то, чтобы пустые боксы не выпадали, мне будут за эти пустые боксы давать билеты для участия в розыгрыше. Также вот осталось уже совсем немного, 2 часа всего лишь, чтобы этот апгрейд закончился. Чтобы вывести, сейчас покажу вывод. Нажимаем на Home. Далее вот здесь у нас есть с вами иконка профиля. Кликаем туда. И у меня уже 5 уровень, 5 левел. Здесь вот у нас есть вкладочка Wallet. Жмем на эту вкладочку и видим, что вывести можем на PayPal, Payer, Bitcoin. Вот у них у всех есть лимит. Минимум на PayPal 20 баксов, Payer 50, в Bitcoin можно также 20 баксов выводить. И можно вот выводить также в Dogecoin, там минималка всего лишь 5 баксов, но сейчас уже недоступен вывод, так как лимит исчерпан. То есть обращайте внимание, то что вот если зеленым цветом не горит, то это означает то, что лимит закончился, и пока что выводить вы не сможете. Поэтому обращайте на это внимание. Также вот есть и другие средства вывода, но у них уже лимит другой. Вот в эфире уже 100 баксов минимум нужно накопить, также в тезере ERC-20 также 100 баксов. На троне вот минималка маленькая, 5 долларов всего лишь. Думаю, что 20 баксов можно и за недельку как бы накопить при желании. А если уж мониторить вот такие выводы, как трон или Dogecoin, то можно и в принципе ухватить вывод по 5 баксов. То есть все зависит от вас, друзья. Ну а с вами был Фред Майнер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.